Здравствуйте! Сейчас я расскажу о втором способе заморозки черники на зиму. Вот такая черника, я ее уже частично перебрала. Мелкой мы сварили варенье по первому способу. А второй способ — это заморозка. Вот мы отложили ягоды покрупнее. Я примерно замораживаю в количестве 0,5 литра. Берем обыкновенный целлофановый пакет и пересыпаем в него. Чернику я не мыла, потому что собирала далеко от дороги. Черника чистая, собрана вручную, поэтому я ее не мыла. В этом пакете мы отправляем в холодильник. Я специально доставила малину. Таким же способом я замораживаю малину. Вот мы видим, что ягоды уже замороженные, но они вот хранятся хорошо, не слипаются. То же самое, вот есть желтые малины, то же самое ягоды, одна к одной, не слипаются. Поэтому зимой очень приятно будет достать свежие ягоды и применить по назначению. Приятного аппетита!